танец – это глоток свежего воздуха. Это то, что спрятано глубоко внутри тебя. Это возможность на мгновение стать другим человеком. Это твое биение сердца, твой пульс, твоя жизнь, твой ритм жизни. А кто, как не одесситы, чувствует все это и танцует лучше всех в Украине? Такая пластика, такой характер, такой стиль присущ только нам. Заинтригованы, что будет дальше? Не буду больше вас томить ожиданием. Вы смотрите новый танцевальный телепроект. Имя ему Just Dance. Нашего проекта сегодня мы посетили танцевальный конкурс Кубок Олимпии, в котором приняли участие не только танцоры, которые когда-либо занимали какие-то места, но и вот такие крохи. И лучшие номера вы сейчас увидите.
какой же конкурс без судей? Итак, узнаем, как можно объективно оценить наших участников. Ну, мы оценивали по 10-бальной шкале такие критерии, как синхронность, артистичность, композиция, внешний вид. В целом, очень приятные впечатления о фестивале. Приятно, что молодые, талантливые организовывают такие мероприятия. Дети – цветы жизни, атмосфера кайфа, наслаждение, потому что все при деле, все заняты, все активны. Очень приятно посещать такие мероприятия. Спасибо. Знаете, мне кажется, что порой дух соперничества куда-то улетучился, потому что в Одессе достаточно очень много фестивалей, да и по всей Украине, где дарят медали просто всем подряд. И как бы все победители, и дети, конечно же, ликуют, но все-таки стирается эта грань. И интересно, что именно этот турнир не предоставляет такой возможности, то есть у него другая политика, и надо действительно хорошо постараться, чтобы занять первое место. Константин, как вам фестиваль? Очень понравился. Всегда приятно смотреть на молодых, талантливых ребят. Фестиваль оставил кучу позитивных эмоций. Всегда приятно смотреть на талантливых, молодых ребят. Очень понравилось. Спасибо за приглашение. Приоткройте, пожалуйста, занавес. Я знаю, что вы являетесь спонсором этого фестиваля. Да, мы предоставили 6 подарочных сертификатов для участников фестиваля. Квест-комнаты. А что такое квест-комната? Квест-комната – это аналог компьютерных игр в реальной жизни, которые моделируют замкнутое пространство, из которого нужно выбраться. В первую очередь, это возможность провести интересное время с друзьями и семьей. Это здорово!
Все болезни человечества, все трагические несчастья, заполняющие исторические книги, все политические ошибки, все неудачи великих лидеров возникли только лишь из неумения танцевать. А ты умеешь танцевать? Ты состоишь в каком-то танцевальном коллективе? И вы хотите рассказать о себе всей Одессе? Тогда приходите на следующий конкурс, который посетит Одесса Fashion Channel. Всю подробную информацию вы получите по ссылке внизу. Танец – это язык, который понимает весь мир. Не бойтесь, приходите. Вы смотрели телевизионный танцевальный проект Just Dance. Будьте в курсе всех танцевальных событий города.